столице Приморья начался второй молодежный туристический форум «Больше, чем путешествие». Старт всероссийскому мероприятию дал глава региона. Он подчеркнул, что грядущие дни форума станут отличной площадкой для обмена опытом и налаживания новых дружеских и профессиональных контактов. Программа «Больше, чем путешествие» дает вам возможность побывать на самом восточном рубеже нашей Родины, перед которым открываются широкие горизонты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где в радиусе 1000 километров проживает более 300 миллионов человек. Поэтому, конечно, есть большой задел для того, чтобы интегрироваться через Владивосток путешествие гостям из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и к вам субъекты. Вот, поэтому открытие здесь различных представителей, контакты, которые можно с нашими туристическими фирмами за это время охватить и заключить. Ректор ДВФУ поблагодарил Росмолодежь за реализацию проекта «Больше, чем путешествие», отметив, что это молодежное движение объединило больше 190 тысяч молодых путешественников, влюбленных в свою родину. Я надеюсь, что вы почувствуете эту атмосферу, вы почувствуете вот этот пульс, о котором говорил Константин Владимирович, Владивостока, почувствуете эту жизнь острова Русский, и самое главное, насладитесь этой потрясающей красотой, которую другие люди могут видеть только на... не знаю, там, экране телевизора, телефона, ноутбука, а вы это видите своими глазами. Участниками форума стали более 400 человек. Программа разделена на 5 тематических направлений. Исследователи путешествий, проводники смыслов, создатели маршрутов, хранители троп, больше, чем работа. Отметим, второй форум «Больше, чем путешествие» пройдет по 18 октября на базе Дальневосточного федерального университета. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.